Всем привет! Мы рады вас видеть снова на нашей Beyblade арене. Сегодня мы продолжаем сражать нашего Спрайзена S3, но перед этим маленький приветик. Ребят, в прошлом видео мы вас просили разгадать тайну наших серебристых деталей на Лунаре L2 из Лего. И вы эту загадку отгадали. Правильный ответ вот он. Мы просто вот эти вот серебристые детальки вскрыли маминым лаком для ногтей. Так что пострадал немножко лак, но зато наш Лунар стал похож на настоящего Лунара. Ответов, что покрасили, было много. Но чем покрасили? Ответили единицы. И сейчас мы им будем слать пламенный привет. Привет Матвею Гудкову. Привет Никите Лебец. Playgames, тебе тоже от нас пламенный привет. Артем Саченко, ты молодец. Тебе тоже привет. Артемке привет. Привет от папы Эдика. Dark Shadow как, получает. Как название конфетинавского волчка. Вот, ребята, эти 5 первых человек дали правильный ответ на нашу загадку. Пусть остальные ребята, которые отгадали, не обижаются. А сейчас приступим к битве. Спрайзен будет сражаться с Думсайзером D3, с Фафниром F3, с зелененьким нашим человечечком, Экскалибурсом X3 рыцаря. Рыцарь с железным мечом. Эдя, кем будет сражаться? На тебе запискалку. Ну потом мы поменяемся, потому что я тоже хочу с кем-то Спрайзером сразиться. И давайте первый бой. Думсайзер. Ну, берегись. Первый раунд. 3, 2, 1, вперед! Ух! Давай. Думсайзер какой горячий. Пытается спрайзинка погонять, но калашматится и теряет обороты. Ай-яй-яй. Молодец. Погонял немного Думсайзер Спрайзена и потух. Счет 1-0 в пользу Спрайзена S3. Второй раунд. 3, 2, 1, вперед! Ух, как атаковал Думсайзер. Вот этот вот... Думсайзер молодца, как бьет. Калашматится Спрайзен. Вау, вот вам и Думсайзер. Победил, но чуть не распался. В следующем видео, ребят, мы покажем, как такого Думсайзера D3 собрать из Лего деталей. Счет 1-1. Третий раунд. 3, 2, 1, вперед. Думсайзер. Вау, что вытворяет мой Думсайзер? Он хочет победить Спрайзеночка. Спрайзеночек крепкий орешек. Ай-яй-яй-яй-яй. Вау, вот вам и Думсайзер. Счет 1-2 в пользу Думсайзера. Четвертый раунд. 3, 2, 1, вперед! Давай, Спрайзенек. Ух, Думсайзер как... Ну, видимо, сейчас Спрайзен выбрал. Так, да, никто не хочет атаковать. Спрайзен выносливый тип выбрал. Ой-ой-ой, Думсайзер калашматится. Ай-яй-яй. Счет 2-2. И сейчас будет решающий раунд. 3, 2, 1, вперед! Спрайзен мечется, калашматится, ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Проиграл Думсайзер. Потрепал немного Думсайзер мой Спрайзена, но проиграл. Следующий соперник Спрайзена — это Экскалибурс X3 Железный меч. Папа, давай поменяемся. Я не против, поиграю с Спрайзеном. Кстати, они чем-то похожи, да? Они чем-то похожи. Ну, Экскалибурс тяжелее, чем Спрайзен. И, кстати, я вам скажу, у него есть все шансы на победу. Первый раунд. 3, 2, 1, вперед! Экскалибурс. Так налегке наш Спрайзен разбил Экскалибурса. Ну, Спрайзен, видите, тоже от удара чуть не распался. Ну, чуть-чуть не считается. Счет 2-0 в пользу Спрайзена. Второй раунд. 3, 2, 1, вперед! Вот это да! Остались только драйвера и колечко Спрайзена. Все остальное взорвалось!
Второй раунд ничья. Счет по-прежнему 2-0 в пользу Стразина. Третий раунд. 3-2-1. Совсем уже забыл, что атакующий полчку надо. Пошли столкновения. Стразин. Победил. В этом бою победил Стразин. А теперь Стразин будет сражаться с зелененьким Фафниром F3. Первый раунд. 3-2-1. Вау, Стразин, да, как атакует. Ну, Фафниру эти атаки нипочем. Он все-таки выносливый. Да, он выносливый, левосторонний, но, скажем так, Стразин атакует достойно. Кто первый вымотается? Так, по-моему, Фафнир по чуть-чуть теряет. Вау, терял Фафнир баланс. Но Стразин остановился первым. Счет 1-0 в пользу Фафнира. Второй раунд. 3-2-1. Класс, Стразинёк. Ох, о, подлетел Фафнирчик. Прям видел, что... Какие столкновения, да, но Фафнир, он и в Африке Фафнир. Ему атаки абсолютно нипочем. Хотя он, кажется, теряет баланс. Так, а тут болотный Фафнир. Ай-яй-яй-яй-яй. 2-0. Счет 2-0 в пользу Фафнира. И третий раунд. 3-2-1. Стразин так прижался к колени. Стразин, наверное, боится Фафнира, да? И хочет выбежать из арены или вылетит. Закончился поскорее бой. Стразин классный волчок, но с Фафниром нашим зелененьким болотным ему сражаться тяжело. Еще плюс... Африка. Опять калашматица. Ай-яй-яй. Продул вчистую. Мне не верится. Прошу бой-реванш. Еще сыграем, ребят, один бой. Теперь я буду с Прайзеном Эдик Фафнирчиком. Попробую сейчас Прайзена со всей силы запустить. Раунд-реванш. 3-2-1. Фафнирчик. Фафнирчик боком пошел. Вау. Фафнирчик решил атаковать. Стразин. Стразин вот калашматится. Нет, Стразин пока держится. Потихонечку. Калашматится. Так, потихонечку теряет обороты. Стразин, держись. Так, Фафнирчик. Ну, это только не ты. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки, ребята. Ребят, все-таки Фафнир сильнее Стразина. Хотя мы-то, да, Эдик, ждали, надеялись и верили, что Стразин сможет его одолеть. Ну, как говорится, имеем то, что имеем. Эдик, ну, скажи честно, ты ожидал такого от Стразина, что он проиграет Фафниру? Ну, конечно же, это же все-таки Фафнир. А я все-таки думал, что у Стразина есть все шансы на победу. Ну, после боя кулаками не машут. Фафнир наш победитель. На этом битвы сегодняшние заканчиваются. Но не отчаиваемся. Ждем следующие битвы. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Мы вас любим. Всем пока!